Вы смотрите Информбюро, мы продолжаем выпуск. Казахстанцев шокировало видео из Темиртау. Одна из жительниц города сняла, как пыль с подоконника прилипает к магниту. В комментариях люди начали писать, что это последствия выбросов с металлургического завода. Так что же содержится в воздухе и чем на самом деле дышат местные жители, выясняла Людмила Батюшкина. Кошмар. Это видео одних возмутило, другие не удивились, третьи засомневались. Мы попросили повторить опыт жителя Темиртау Вячеслава Войцеховского. Результат оказался точно таким же. Вот балкон. Видите, он закрыт. Вот наши трубы. Смотрим. Вот чем мы дышим. Вот наша пыль. Она вся налипла. Жители Темиртау замечают, что пыль бывает даже в виде кристаллов. Они искрятся на солнце и царапают поверхности. Два года назад, после скандала о черном снеге, в Темиртау брали пробы снега, воды, почвы и воздуха. Исследования подтвердили, что основная масса загрязнений в Темиртау – это выбросы с металлургического комбината ArcelorMittal. Хотя руководство компании считало, что виноваты выхлопы автомобилей и печки частных домов. Тогда же сотрудники лаборатории тоже заметили, что пыль магнитится. По словам эколога Дмитрия Калмыкова, с выбросами металлургического комбината ArcelorMittal летит пыль, руды и железа в виде окислов и кристаллов. Железо, ну, не токсичный металл. У нас с вами кровь состоит из соединений железа. Опасны другие вещества, которые не магнитятся, но являются токсичными. Разные металлы, которые идут примесью к железу, разные соединения органические. Но пульмонологи считают, что длительное вдыхание такой пыли приводит к бронхолегочным заболеваниям, хроническому обструктивному бронхиту и астме. По некоторым подсчетам, каждый день комбинат выбрасывает примерно по 4 килограмма пыли на одного жителя Темиртау, но точных официальных данных нет. Врачи давно говорят о том, что уровень заболеваемости в городе металлургов намного выше, чем в среднем по области. Ролик о железной пыли руководство АМТ пока не прокомментировало. Департамент экологии области посоветовал автору ролика написать им официальное письмо для проведения внеплановой проверки. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.